Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот такого котенка. Вот как смотрится котенок. Показываю со всех сторон. У котенка вяжем туловище, потом переходим на голову, и это у нас цельная деталь. Пришивные лапки хвостик, ушки и мордочка. Также по желанию у котика можно украсить вот таким бантиком. По размерам сейчас я покажу. Если замерять вот от ушек, так то получается немного больше, чем 10 сантиметров. Вот так. И в сегодняшнем мастер-классе я подробно покажу и расскажу, как связать вот такого котеночка. Для котенка я буду использовать пряжу джинс Ярнард в 50 граммах 160 метров буду использовать основной цвет у меня это серый дополнительный молочный и розовый это для вышивки носика и крючком буду вязать 2 миллиметра начинаем вязать в туловище берем основной цвет делаем кольцо амигуруми и в это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида 1 2 3 4, 5, 6. Колечко затягиваем. И это у нас с вами первый ряд. Теперь вяжем второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда нам нужно провязать по прибавке. Один столбик. И сюда же провязываем второй столбик. Можно одеть маркер вот один столбик провязали и сюда же провязываем второй столбик и так довязываем до конца ряда и в конце второго ряда у нас получится уже 12 столбиков довязали теперь вяжем третий ряд в третьем ряду провязываем один столбик а в следующий прибавка и так мы будем чередовать до конца ряда всего у нас будет 6 таких прибавок вот еще раз показываю один столбик в следующий прибавка довязываем до конца и в третьем ряду у нас будет уже 18 столбиков четвертый ряд в четвертом ряду провязываем 2 столбика 1 2 и после второго столбика прибавка снова таких повторений у нас будет 6 вот один столбик второй столбик и в 3 прибавка. Так довязываем до конца четвертый ряд и в конце у нас получится 24 столбика. Пятый ряд. Вяжем 3 столбика. 1, 2, 3, и после третьего столбика прибавка снова так повторяем 1, 2, 3 и прибавка всего таких прибавок будет 6, и в конце пятого ряда получим 30 столбиков шестой ряд в шестом ряду провязываем 4 столбика 1 2 3 4 и после четвертого столбика прибавка еще раз показываю 1 столбик 2 3 4 и прибавка. Всего в этом ряду 6 таких прибавок. И в конце шестого ряда будет 36 столбиков. И вот по 36 столбиков провязали 4 ряда. 7, 8, 9 и 10 ряды. Теперь вяжем 11 ряд начиная с 11 ряда у нас будут убавки провязываем 4 столбика 1 2 3 4 и после четвертого столбика убавка и снова так повторяем 4 столбика 1 2 3, 4 и убавка. Всего таких убавлений будет 6. И, и в конце 11 ряда получится 30 столбиков. 12 ряд. В 12 ряду без изменения провязываем 30 столбиков. так вяжем до конца ряда 13 ряд вяжем 3 столбика 1 2 3 и после 3 столбика убавка снова таких убавлений у нас в ряду будет 6 1 2 3 в столбика и убавка. И в конце 13 ряда получится 24 столбика. И по 24 столбика провязали 14, 15, 16 и 17 ряды, то есть 4 ряда. Теперь берем наполнитель и наполняем игрушку наполнителем. Теперь вяжем 18 ряд. В 18 ряду провязываем 2 столбика. 1, 2. И после второго столбика убавка. И снова так повторяем 2 столбика. 1, 2 и убавка. Всего 6 убавлений и в конце 18 ряда 18 столбиков в девятнадцатом ряду без изменения провязываем 18 столбиков вяжем их так до конца теперь вяжем 20 ряд в двадцатом ряду провязываем 1 столбик в следующем убавка и так чередуем до конца ряда один столбик убавка и так в конце 20 ряда будет 12 столбиков и туловище вот связали теперь переходим на голову и, и это будет уже 21 ряд и здесь провязываем один столбик, а в следующей прибавка. Одеваем маркер и снова так повторяем один столбик, в следующей прибавка. Так вяжем до конца ряда. Всего 6 прибавок и в конце 21 ряда 18 столбиков. 22 ряд. 2 столбика. 1. 2. Одели маркер. И после второго столбика прибавка. И снова так повторяем. Один столбик, второй и прибавка. Всего будет 6 прибавок и в конце 22 ряда 24 столбика. 23 ряд. 3 столбика. 1, 2, 3 и после третьего столбика прибавка снова 1 2 3 и прибавка всего 6 таких прибавлений и в конце третьего ряда 30 столбиков четвертый ряд 4 столбика 1 и Два, три, четыре. И после четвертого столбика прибавка. Снова так вяжем до конца ряда. Всего у нас шесть прибавок и в конце двадцать четвертого ряда тридцать шесть столбиков. Теперь вяжем двадцать пятый ряд. Здесь провязываем один столбик, два. Три, четыре, пять и после пятого столбика прибавка. Всего таких прибавок у нас шесть, и в конце ряда получится сорок два столбика и 26 27 и 28 ряды мы тоже провязываем по 42 столбика и теперь переходим на 29 ряд в двадцать девятом ряду провязываем 5 столбиков 1 2 3 4 5, и после 5 столбика убавка и так вяжем до конца ряда всего у нас будет 6 убавлений в конце 29 ряда тридцать шесть столбиков 30 ряд вяжем 4 столбика 1 2 3 4 и и после четвертого столбика убавка снова всего у нас таких будет 6 убавлений в конце 30 ряда будет 30 столбиков и вот 31 и 32 ряды тоже провязываем по 30 столбиков. Теперь вяжем 33 ряд. В 33 ряду нам нужно провязать 3 столбика. 1, 2 3, их после третьего столбика убавка. Снова таких убавлений 6 и в конце тридцать ряда 24 столбика. Я вставила глазки на безопасном креплении. они у меня 7 миллиметров. Я их ставила между двадцать восьмым и двадцать девятым рядом и между глазками 8 столбиков без накида. Теперь наполняем вот наполнителем игрушку и переходим на тридцать четвертый ряд. В тридцать четвертом ряду нам нужно провязать два столбика 1. 2 и после второго ряда после второго столбика убавка и таких убавлений всего у нас 6 2 столбика убавка и в конце тридцать четвертого ряда 18 столбиков 35 пятый ряд провязываем 1 столбик и убавка всего таких повторений 6 и в конце 35 ряда 12 столбиков. И дозаполняем снова игрушку и вяжем последний 36 ряд. В 36 ряду нам нужно сделать 6 убавлений подряд. И так довязываем до конца. Как вы видите, по завершению ряда у нас осталась маленькая дырочка. И сейчас мы ее спрячем. Берем иголку. И за каждую петельку, вот за переднюю петельку, продеваем иголку. И дошли до того места, с которого мы начинали. Теперь подтягиваем и прячем нитку вот во внутрь изделия. Все, как вы видите, никакой дырочки у нас нет. Эту ниточку отрезаем и вот такая цельная деталь у нас получилась. Теперь вяжем передние лапки. Для этого я беру вот молочную пряжу, делаю кольцо. И в это кольцо вязываю 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко затягиваем. И это у нас первый ряд. Переходим ко второму ряду. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда нам нужно провязать по прибавке. Вяжем один столбик и сюда же провязываем второй столбик. Еще раз вот повторяем. 1. И сюда же второй. Это 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. И это у нас второй ряд. Во втором ряду 12 столбиков. Вот третий и четвертый ряды провязываем по 12 столбиков и отрезаем нить и переходим на серую пряжу присоединяем провязала два столбика и всегда вот переходы пряжи вот эти два хвостика связываем на два узелка и до конца пятый ряд довязываем 12 столбиков теперь вяжем шестой ряд в шестом ряду у нас будут убавления нужно провязать 4 столбика 1 2 3 4 и после четвертого столбика подряд 2 убавления 1 убавка и вторая убавка и довязываем 4 столбика 1 2 3 4 и в конце шестого ряда у нас получается 10 столбиков и теперь вот провязываем 10 рядов по 10 столбиков. Считаем 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и заканчиваем 16 рядом. Оставляем нить для пришивания. По мере того, когда вяжем вот передние лапки, вот видите, я наполнила до вот этих пор, а остальную вот часть оставила пустой. Теперь вяжем задние лапки. Вначале все вяжется точно так же, как мы вязали вот передние лапки. Первый ряд это вязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем ниточку. Второй ряд. В каждый столбик предыдущего ряда провязываем по прибавке и так довязываем до конца ряда во втором ряду у нас будет 12 столбиков и вот тоже провязываем третий и четвертый ряды по 12 столбиков теперь пятый ряд переходим на серую пряжу Точно так же связываем два хвостика и провязываем 12 столбиков, и в шестом ряду точно так же, вот как на передних лапках, так и на задних, провязываем один столбик 2, 3, 4, и после четвертого столбика две убавки 1 и 2 и довязываем 4 столбика 1 2 3 4 и в шестом ряду у нас 10 столбиков и по 10 столбиков провязываем 5 рядов 7, 8, 9, 10. И заканчиваем одиннадцатым рядом. Снова вот наполняю нижнюю часть, а вот далее оставляю пустую. И оставляем нить для пришивания лапки. Теперь вяжем ушки. Снова сделали кольцо. В это кольцо вязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, Четыре, пять, колечко затягиваем, и это у нас первый ряд. Во втором ряду тоже вяжем пять столбиков. Один, два, три, четыре, пять. Третий ряд. В третьем ряду нам нужно сделать пять прибавок. То есть в каждый столбик предыдущего ряда провязать по прибавке. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10. В третьем ряду у нас 10 столбиков. Теперь четвертый ряд. В четвертом ряду провязываем 1 столбик, следующий прибавка. И всего у нас таких будет 5 повторений. Это один раз столбик прибавка это 2 столбик прибавка это 3 столбик прибавка 4 и столбик прибавка это 5 в и в конце четвертого ряда у нас получилось 15 столбиков. Теперь пятый и шестой ряд провязываем по 15 столбиков. И вот пятый и шестой ряд тоже у нас по 15 столбиков. Отрезаем нить так, чтобы было чем пришивать ушко. И вот такое ушко получается. Теперь переходим к оформлению мордочки. сделаем небольшую вот утяжку для глазиков прокалываем вот нитку возле одного глазика вот и выводим возле второго оставляем хвостик один столбик вот через один столбик и здесь тоже нитку выводим через один столбик. Теперь эти две нитки вот так стягиваем. и еще делаем второй узелок и теперь эти две нитки прячем в изделие, и вот что получилось после утяжки, и теперь свяжем морточку, я вот взяла пряжу молочного цвета и набираем цепочку из 6 воздушных петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем 1 столбик без накида, 2, 3, 4 столбика без накида. В последнюю воздушную петлю 3 столбика. 1, 2, 3 разворачиваем вязанием пролаживаем вот эту нитку и сразу ввязываем и провязываем 3 столбика 1 2 3 в последнюю вот воздушную петлю ввязываем 2 столбика 1 и 2. Это у нас первый ряд, и в первом ряду у нас получилось 12 столбиков. Теперь вяжем второй ряд. Во втором ряду будем чередовать прибавка. И один столбик. Прибавка. Один столбик. Прибавка один столбик. Прибавка один столбик. Прибавка один столбик. Прибавка и один столбик и так во втором ряду у нас получилось 18 столбиков И вот у нас провязано два ряда и теперь берем пряжу вот молочного цвета вставляем ее в иголку и по центру нашей мордочки вот пролаживаем нитку хвостик вот оставляем с одной стороны и снова вкалываем иголку там где вот у нас хвостик и выводим сверху там где тоже у нас вот нитка и теперь вот эти вот два хвостика между собой вот так стягиваем и с обратной стороны завязываем на два узелка. И вот что получилось. Эти длинные хвостики можно отрезать, оставим их покороче. Вот и теперь берем мордочку, прилаживаем так морточки и прикалываем иголками вот что получается как приколола булавками и теперь пришиваем по голове игрушки захватываем за столбики на голове игрушки и за столбики на мордочке и вот так подтягиваем ниточки и все пришиваем и за столбики на мордочке И вот так пришиваем самостоятельно, и вот, когда пришили, вот так выглядит мордочка Вот видите как два кружочка, таких получается, и теперь берем розовую пряжу и будем вышивать носик, и вот так выводим розовую пряжу. нитка в два сложения, и потому получается вот такая петелька. Сейчас мы этот хвостик спрячем вовнутрь. Так, ниточку подтягиваем. Все, хвостик вот мы уже спрятали. И вот такими стежками вышиваем носик в одну сторону. Так, ниточку так протягиваем. Смотрим, чтобы ниточки ложились ровно. вот теперь вот так в другую сторону И вот так продолжаем вышивать такими вот стежочками носик и пролаживаем вот так вот тоже стежок и вот так выглядит носик для того чтобы скрыть вот эти все неровности я пролаживаю сверху вот такой стежок и вот такой носик получился я еще проложила вот на мордочке стежок и спрятала нитку теперь булавками прикрепила ушки и сейчас будем их пришивать пришиваем мы эти детали так захватываем за столбики вот на голове игрушки иголкой прокололи и теперь за столбики вот на ушках и ниточку подтягиваем ушки я расположила вот видите как такой дугой Получаются вот внутри углубления, так и так пришиваю за столбики на голове игрушки, и теперь за столбики на ушках прокалываю. И вот такими стежками пришиваем ушки. И вот так котик смотрится уже с ушками. Теперь берем тоненькую черную пряжу и будем вышивать на мордочке черненькие такие точечки сделаем. Тоже нитка в два сложения в петельку. И вышиваем там, где вам нравится, и там вышиваем вот такие стежки. Вот сделала три штучки с одной стороны. Теперь переходим на вторую сторону. И здесь тоже так вышиваю. Тоже сделаю вот три штучки. Так, эту ниточку не отрезаем. И теперь вот этой ниткой, что вышивали черные вот точечки, можно вышить у котика реснички. Одна ресничка. Ниточки подтягиваем все красиво. теперь вторая так вот и третья так. Вот вышили Три реснички и теперь переходим на второй глазик. Здесь тоже вышиваем три реснички. Вот такие реснички получились. И вот булавками прикрепили задние лапки, как видите внизу. И теперь берем иголку с ниткой и тоже будем вот пришивать. Захватываем за столбики на игрушке. Вот. И теперь за столбики вот на лапках захватили. Теперь вот так за столбики на игрушке, и за столбики на лапках. Снова вот на лапках, вот подтянули ниточкой и. За столбики на игрушке и так пришиваем одну лапку и вот после того как мы пришили как вы видите лапка вот немного как болтается значит нам нужно вот этой ниточкой прокалываем вот так сюда и здесь подхватываем вот лапку, делаем несколько стежков. Вот с одной стороны мы сделали, чтобы она прификсирована была к туловищу. Вот. И выводим иголку вот вверх, там где лапка находится. И здесь тоже делаем вот один стежок. Еще один. Так. И теперь можно делать узелок и прячем нитку. Как вы видите, ножка уже держится хорошо. Теперь вот берем передние лапки, там где у нас было убавление, вот прилаживаем ближе вот к туловищу. И прикрепляем тоже булавками. Вот так. И теперь берем нитку с иголкой. И тоже начинаем пришивать, захватываем вот за столбики на игрушке, на основной детали. И потом прокалываем столбики там, где вот на лапках. И вот такими стежками пришиваем все точно так же, как вот мы пришивали задние лапки и после того как вот сверху пришили лапку она тоже как видите вот так болтается и я ее хочу прификсировать вот вывела нитку на середину лапки где-то захватываю за столбик вот так захватила и тоже делаю один стежок и можно сделать еще один вот так и с обратной стороны тоже сделаю выводим нитку и здесь тоже за столбики на лапки и за туловище делаем еще один стежок и завязываем на узелок и вот так смотрится одна вот лапка и берем пришиваем так же само вот вторую лапку и теперь свяжем хвостик сразу я беру молочную пряжу сделали кольцо и в это колечко ввязываем 5 столбиков 1 2 3 4 5 Колечко затягиваем и переходим на второй ряд. Во втором ряду тоже провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4 и 5. 5. теперь переходим на третий ряд в третьем ряду в каждый столбик предыдущего ряда нам нужно провязать по прибавке один столбик сюда же провязываем второй столбик и так будем вязать до конца ряда один столбик и второй и в конце третьего ряда у нас получится 10 столбиков и вот четвертый и пятый ряды еще провязали молочной пряжей по 10 столбиков а теперь переходим на пряжу серого цвета эти два хвостика между собой связываем и продолжаем вязать по 10 столбиков в каждом ряду и вот серой пряжей провязали 5 6 7 8 9 10 и 11 ряды теперь вот прикрепляем вот так хвостик и будем пришивать так как мы пришивали все детали вот захватываем за основную деталь игрушки и потом прокалываем вот за обе стороны хвостика. Ниточку подтягиваем. И снова вот за столбики на хвостике и за основную деталь. И вот так пришиваем хвостик, в конце делаем узелок и прячем ниточку. И вот котенок готов, хвостик тоже пришили, все детали пришиты. Всем спасибо за внимание, до новых встреч.